Всем привет, с вами Вован, вы на канале Санчес и Вован, и сегодня будет обзор на модель с полки моделей, которые я тюнинговал и как-то, каким-то образом видоизменял. Сейчас у нас будет Mitsubishi Lancer Evolution, так, сейчас, надо камеру поставить правнее. Mitsubishi Lancer Evolution 8. Это был красный Evolution, я его перекрасил и доработал. И вот что у меня вышло. Вот такой Эвик. Покрашен он очень хорошо. Прям реально хорошо покрасилась эта модель. Вот. Ну и так, ну что я здесь? И здесь я прокрасил решетки. Все в черный цвет. Шильдика нету, потому что нет декали. Диски от Subaru, от кинсмартовской, тоже покрашены в черный. Таймиевским акрилом. Машина покрашена тоже таймиевской краской. Доработаны ручки. Покрашены в черный. Сзади сделана вот такая вот выхлопная труба, которая смотрит вниз. Блин, надо было перед покраской отодрать эту вот наклейку. Но она теперь у нас уже заламинирована, можно сказать. Хотя, если ее на нее наклеить номер японский, то будет как будто бы японская рамка для номеров. Фары задние, так. Вот, тут такая декалька Mitsubishi MMC. Спойлер. Дальше, ну, с обратной стороны то же самое. Так. А, еще на лобовухе есть декаль Mitsubishi. Просто ее для красоты сюда сделал. И сейчас мы с вами посмотрим наконец-то в салон, потому что в салоне есть на что посмотреть. Открываем, а здесь у нас полностью доработанный салон. Я постарался доработать его хорошо, но, по крайней мере, я надеюсь, что мне так получилось. Сейчас давайте вот так вот я вам... Так, что тут? Вот. Ну, давайте так вот на него посмотрим. Как вы видите, сделана доработка приборной панели, всех экрана, дисплея, да, кондиционеров, приборов, всех кнопок, рычаг КПП тоже доработан, ручник. Доработаны даже кнопки, или как это, замки для ремней безопасности. Вон они красным около сидений прокрашены. Сиденье ковши. И здесь также проработан приборная панель. Я на ней нарисовал стрелки. Это было вообще самое сложное. И... Они как бы белый циферблат, но это было легко, хотя на самом деле уложиться в круг тоже было сложно. Вот такая вот Mitsubishi от Велли. Ставьте лайки, если вам понравился этот видосик, подписывайтесь на канал. С вами был Вован. Блин, я кое-что заметил. Вы были на канале Санчес и Вован, всем пока. А вот то, что я заметил, я думаю, вы уже заметили. Как, чё, зачем, блин. Вы заметили, да? Видите, вот на крыше. У меня крыша помятая, оказывается. Смотрите, просто жесть. Вот, блин. Вот, видите, вмятина, обалдеть. Вот это, кстати, обидно, на самом деле. Кто знает, как выправлять вмятины на моделях, вот такие вот. Пишите в комментарии. А вот теперь точно всем пока. До свидания.